Всем привет, друзья! Ну что, сидим на карантине? Как же я завидую тем, у кого есть дача или частный дом, кто может выйти на крыльцо с утра с кофе, просто поставить моську солнцу и хотя бы, мне кажется, не так грустно проводить эту самоизоляцию. Но я не унываю, заказов нет, и поэтому это прекрасное время для того, чтобы заняться проектами для себя. Чем сегодня мы, собственно, и займемся? А будем мы делать вот такой наборчик. Я давно хотела сделать себе ложечку с вилочкой. Дуб. Такая вилочка. И пару ложечек. Ложечка получилась нечаянная, не столовая, а такая как десертная. Ну и вилочка. Я думаю, этой ложкой я смогу все, собственно, есть. Это не мореный дуб, это вот такая древесина есть. Единственное, что я вот совсем буквально минут 20 назад пропитала маслом льняным, и поэтому она еще такая темноватая. Но когда масло питается, будет чуть-чуть посветлее. Я не стала морить ничем. Мне очень нравится, какая текстура получилась именно дуба. Вот. И, в общем, я очень сильно довольна. Я прям получила массу удовольствия, пока делала этот наборчик. И вот, снимала видео, соответственно, как я их делаю. И сейчас, кто захочет, сможет посмотреть процесс. Хотела сказать пару слов, что ничто не вечно, и карантин закончится. Я думаю, что все будет хорошо, и нужно просто придерживаться правил и подождать. Все это закончится, и жизнь снова войдет в обычное привычное русло. Хватит болтать, давайте вырезать ложки.